Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим парктроник от компании Falcon, модель 2620 на 4 датчика серебристого цвета. Поставляются они в фирменной упаковке. Вот наш комплект. Внутри находится гарантийный талон и инструкция. Блок управления полностью пластиковый. Подключается сюда питание, монитор и 4 датчика. Фреза размером 20 мм. Дисплей, который вешается под потолок. Вот так вот выглядит. Кабель подключения длиной 5 метров у дисплея идет. Кабель питания для блока центрального подключается на 12 вольт. Двухсторонний скотч и 4 датчика. Датчики серебристые. Вот такие вот. Сейчас мы комплект полностью подключим вместе и посмотрим, как будет происходить индикация. Комплект мы полностью подключили, осталось подать питание только 12 вольт. Ну, давайте это, в принципе, и сделаем. Сразу происходит индикация, что надо остановиться, но хочу сразу сказать, что у нас преграда, в принципе, менее 30 сантиметров от датчика находится, поэтому происходит такая индикация. В принципе, срабатывают ролики от 1,5 метра до 30 сантиметров. Ну и индикация происходит, с какой стороны срабатывают датчики и сколько, какое расстояние до преграды. Есть также включение-выключение звукового сигнала. При покупке на комплект парктроников распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.